Всем привет! Сегодня буду готовить куриный рулет с моим любимым растением авокадо. Согласитесь, авокадо не всем приходится по вкусу, но я его люблю за огромное количество витаминов, растительных жиров и омега-3. А это ключ к здоровью. Авокадо с петрушкой нужно измельчить в блендере. Теперь берем самую популярную в мире птицу, вернее ее грудку, и отбиваем. Теперь выкладываем сюда наше авокадное пюре. Обязательно подсаливаем, добавляем перец и выдавливаем зубчик чеснока. Сыр натрите на мелкой терке. Теперь сворачиваем рулет и закрепляем его зубочистками. Рулет нам нужно обжарить. Немаловажная часть – это подача. Сервируем наше блюдо. Наш куриный рулет с авокадо готов. А чтобы приготовить такой сочный рулет, возьмите 2 авокадо и лимон, петрушку, куриную грудку, черный перец, чеснок, твердый сыр, растительное масло, соевый соус, сахар и розмарин.